Санечка, ты где? Сколько вас тут? Что? Да блин! Ой, а ты где? Чувак! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня будет нереальное видео с нереальным грибом по имени... Всем огромный привет! Короче, ребята, сегодня будет очень крутое видео, потому что я буду играть в эскаланса против ТикТака, и все скины, с которых меня замочат, я буду отдавать ТикТаку! То есть, если он меня замочит своих тысячков хармулечек, то я должен буду их купить и отдать ему их! ТикТак, ты это понимаешь? Слышь, а скажи мне, пожалуйста, разминочка считается, я тебя уже убил, смотри, один раз. Нет, дорогулечки, это моя разминочка не считается. Скин 6 классов, покупай, давай, алло. И там упомянуть раскатывай. Уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайкосик за это нереально крутое видео. Обязательно подпишитесь. А мы начинаем. Ну что, Санечка, что там у тебя в первом раунде? Рассказывай. Ну, у меня в первом раунде Г22 релик. Братик, а ты в курсе, что у вас трое, а нас четверо, потом мы замочим глубок галимых. А что за фигня? Это нечестно, алло. Слышишь? Все честно, дорогулечки, ты моя, все честно. Давай! Блин! Я слепой, ничего не вижу, ляга было. Я послал первую маслину. Ну что, сладенький, ты где? Я тебя заметил! Вот ты там! Чувак, готовься! А, это я! Отстань! Я лоу хп! Я ушел! Я ушел! А, это я! Не стреляй! Не стреляй! Что? Жить два статрек! Мать моя женщина. Покупаем, покупаем, дорогуля. Покупать. И самое обидное, должен был слить тебе, падаль. Ребята, G22 Nest. Еще и статрек, он стоит 3000. Давай, родулечка, заказать. Давай, 2950. Опа. Ах, ты везунчик, поверь ты мне. Я тебя накажу, по полочке отшлепаю. Ты готов? Кнопочку заказать, 2950, готов? Давай, раз, два, три. Не поехал! Я нищий! Я нищий! Ну че, Санечка, что там у тебя в этом раунде? Рассказывай. Дорогуля, у меня Tech9 некромансер за 20к. Ты нормальный? Какой Tech9 некромансер? Слышь, иди подотрись своим некромансером. Бери, что, бери там. Это свои. Чувак, это ты? Да, это я был только что, это был только что я. Фух, ты 9 Аврора, фух, как же мне повезло. Ребята, идемте дальше покупать еще один скин. Ну что же, дорогулечки, мои поздравления. Ты получаешь Tech9 Аврора. Ой-ой-ой, какой скин, мне жалко его отдавать. Шляпа вонючая, мне этот скин нахрен не нужен, засуни его себе шляпу. Слышишь? Я сейчас его тебе засуну сам, знаешь куда. Ладно, все, сливай. Ой, чувак, я грибу слил. Отвечаю, гриб будущего, типа, ник. В игру возвращаемся. Пацаны, собрались. Я не знаю, что у меня за скин, но я думаю, он дорогой. Поехали. Я сейчас всех вас завалю. Ой, кого там завалишь? Максим, ты завалишь, это... Моё побежончик, это не факт. Бомжи, погнали, бомжи, в атаку. Сюда. Да, ой, ястреб погиб. А, вы сейчас джигурду замочите. Джигурду не трогайте. Прикройте. Давай. Да! Домой, падаль! Братик, что скажешь свое оправдание? Да ничего. Просто мне тут только шоколашек дали, очень красивенький, дорогой. Знаешь, что скажешь? Ну ничего страшного. Ой, блин, главное не слиться. Санечка, ты где? Сколько вас тут? Что? Чувак, это только первый раунд. Мать моя женщина. Я грибу либо бу. Идем покупать. Но прямо сейчас я продаю КРТХ. Еще продаю ТикТаку. Дура. Давай, шляпка. Запрос 21500. Ты готов? Да. Готов? Да. Ставим, поставил. Сливай. Чувак, у меня еще один калаш, если что, да. Мне дали выбор, калаш или калаш. Ты опять калаш взял? У меня выбор был калаш либо калаш, я выбрал калаш. Чувак, какой еще калаш? Какой еще попа калаш? Подожди, а если я с ножа зарежу, будешь сильно расстроен? А что у тебя за нож? Ну, вот такой вот, видишь? Чувак, ты нормальный? Опа! Ой, да, второго забрал, слышишь? Сюда!
Нет, ой, сталь. Третьего забрал! Троих забрал. Ты где, сладенький? А ты где, шляпуй? Я же плынту. Где плынту? Я тебя не вижу. И я скажу так. Ты проигрываешь, алло. Не-не, все, мне все равно. Главное, еще покупать не буду, все. Я троих зарезал стычков в Хармоне, это трындец. Ну, чувак, мне же страшно стало, ты просто какой-то... Маньячело, ты это понимаешь? Конечно. Я это не понимаю, это знаю. Мне тип пишет, покажи нож. Пацаны, смотрите, скрины делаем за дрожь в школе, покажи. Брат, на колени за нож, на колени! А-а-а! Чувак! Сука! Это было не по-пацански. Тупо в спину его. Опять идёмте покупать. Идёмте покупать. Ну чё, ребята, я опять всё слил. Братик, ты готов? Давай, давай. Ставь запросик. 540, 540. Ой, чуть-чуть 540 не поставил. 540. Всё, давай. Раз, два, три. Запрос поставил. Попу подотри. Идемте обратно в игру. Кент шляпа, откуда у тебя такие дорогие скины? Шляпа у тебя в трусах. Ребята, это все благодаря нашему с вами булдропчику. А ты в курсе, что на булдропчике вышел крутой ивент? А ты в курсе, что булдропчик раздает бесплатные ножички? А ты в курсе, что мы вместе с булдропчиком, лично от нас, так сказать, по-пацански, дарим промик на халявную голдишку, которая находится в закрепе в комментариях. Неплохо. Братья, там еще добавили кейсик кента. Это, короче, полный разнос. Все нужны ссылочки снизу. Блин, я хотел купить авик, сначала купил эмку. Ну ничего, тебе повезло. Нормально, малышечка моя. Шляпулечка. Я тебя буду звать мой сынок. Сыночек, слышишь? Сын. Твой дедушка Гриб. Понял, у тебя есть папа Гриб. Рот сказал. Еще раз скажу слово дед Гриб, я тебя зарежу, понял? Да чувак, отстань, это я! Ты видел? Я тебя почти зарезал, по миллиметр оставался. Братан, дай раздефьюж, отвали, я видео снимаю. Ой, ну дай слава богу. Спасибо, брат, обнял. Смотри, сейчас сыграем, понял? 2 в 4, да я вас дрыщну. Смотри, изи, 2 в 4. 2 в 4, дрыщу тебя. А, стоп, это блин, я настрою. Не, чувак, это ты. Не, отстань. Это ты. Это ты, да, как бота. А что было, слышишь, ты меня через стену как читер забрал. Быстрее, чувак, надо дефьюзить. Я застрял, где тут проход в этой дырке? Ваша маша сейчас рванет, тикаем. Тикаем. Ой, стоп. Я же там себя замочил, что должен покупать? Давай так, пусть пацаны в чате решат, что я должен покупать, если я должен покупать. Блин, чувак, я и так упал на эти стены очень большие деньги, ты понимаешь? Или ты думаешь, что я очень богатый? Чувак, за что за меня играть? За что за меня играть? Парень дочки Гриба. Прикинь. Чувак, это что за дичь? Ооо, изи. Чувак, посмотри на моих тиммейтов, боты. Кстати, это же урда играть, слышишь, давай там не новый. Ну что, ребят, пока что можно вам сказать, пока что легчайшая для величайшего изи каточка. Так, что ты можешь сказать свое оправдание? Почему ты плохо играешь? Это я, чувак! Мне залагала мышка! Ну тупо боты, двоих. Братан, я не пойму, это прикол какой-то. Опять это долбанная эмочка, самурай. Давай, 540 запросик готов. Сейчас поставлю. 3, 2, 1, ставлю запрос. И сливай. О! Спасибо, роднулечка, спасибо. О, чувак, да! Настал этот долгожданный момент. Вот теперь готов, попочка! А вы куда летите? Не. Я видел тебя, падаль! Да! Как просто, это трындец! Опа, не пропишу, чтобы бутки были. Так, бомжи, разошлись, я дефьюжу. Ой, любимые тиммейты. Брат, отойди. Да отойди, чувак! Вот я ТТХ сбросил, скрин сделал в школе покажешь. Отпадли, парень дочки Гриба. Ребята, в этой легчайшей катке победу держал! У тебя кило в 2 раза меньше было. В смысле, брат, ты понимаешь, не важно сколько кило, я был лидером команды. Ну а мы... Да вас там четверо, это трындец! Чувак, отстаньте! Ой. Да, турец, вас тупой, понял, четверо было. Что? Меня какой-то лакер забрал на эмочке. Ну все, нормально. Раскидали молодых. Красавцы, ребята, я вас верил. Лучше. Опять 25. Ищу, да, эмочка улетает. Дай угадай, ты еще 5 скажешь? Мне не надо. Братик, можешь оставить 2 штуки сразу себе. Забирай. Ой, спасибо. Все, брат, я дам подписчикам любимым. Я ж не то, что ты. Ну что же, сладенькие, погнали. Аккуратненько. Да я не могу, блин. Чувак, у меня тиммейт стык лапер был жесткий. Пацаны, домой. О! Ребят, дайте раздефьюзить папочка. Ну что, ребята, прямо сейчас на ваших глазах
Легенда победила, как обычно. Тик-так, ну что вы скажете? Правду скажу, меня кем-то АПК попросил поддаться. Ха-ха, конечно, поддаться! Шпохнули мы Тик-так. Братва, смотри, делаем скрины, и с этого момента ко мне только на вы. Никакого на ты. Мне еще дали плюс 50 за хорошую... Ого, мне дали за удачу, за хорошую игру и за новый уровень. Боже, ой, читай, что там... Дно Кент плюс 20, это реально? Ну что же, уважаемые подписчики, я вам понравилось это видео, потому что я сегодня стал просто нищим. Тупо нищим! Вот, ребята, пожалуйста, прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Тик-так, братик, спасибо за съемочки. Да, пожалуйста, братик, обращайся. Пацаны, подпишитесь на мой ютубчик, подпишитесь на мой телеграмчик, подпишитесь на мой инстаграмчик. Ну, короче, пацаны, везде надо подписаться, поставить лайкосик. Самое главное, телеграмчик, там будет халявный промик. В ютубчик самое главное, чтобы не забыли, что мы видео не пропускали. Все, пацаны, всех обнял, с вами был Кентуха и... Амнюк. Всем пока.